С 30 июля по 6 августа состоится 6-я экспедиция православной молодежи по старинным храмам Татарстана. Поездка организуется по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, отделом по работе с молодежью Казанской епархии. Добровольцы посетят сельские храмы, окажут помощь приходским общинам и проведут работы, которые помогут защитить руинированные церкви от дальнейшего разрушения и подготовить их к восстановлению. Участники поездки будут проживать в палаточном лагере, готовить пищу на костре. Принять участие в экспедиции приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Отправить заявку на участие можно, заполнив анкету.